Это готовые делать торты и делать кексики. Кто пришел ему в гости, Рафаэль? Ну, субложи. Зубы выпадать, их шубада есть. Кондитер – это кто делает конфеты, сладкое, тортики там примерно. В магазине продает, угощает. А, конечно, он продает сладости, либо их жрет. Обеспечил – это который говорит по телефону. Рассказывает пилоту, что ему, куда ему лететь надо. Куровато чимс. Какую машинку. Ну это кто управляет самолетом, кажет, куда летит, что люди там отдохнули. Я уже понял. Вон доставляет, как сказать, чемоданы в самолет. Чтобы не таскать себе чемоданы по ступенькам, потом в самолет, потом обратно из самолета, вот потом уже по всему миру. У нас бабатая диета. Можно кушать суп, можно кушать хлеб с маслом, можно пить чаечек и кофе, чтобы они потихонечку худели. Нельзя кушать сладкого много, потому что еще толстеть больше. Овощи можно кушать. То треба не їсти багато і ставати кожен день на вагу і дивитися, чи ти не потовстів. Підлагають людям, що треба їсти, а що не треба. Підлагають, куди треба ходити, щось так, скільки треба. Дієтолог. А то просто їм потрібно ходити на спорт і там, на бігової дорожки. І що? На беговой дорожке только другой. И еще крутильки. И еще всякие такие штуки. Это как тренер. Ну как сказать, задаем им вопросами, что нужно делать. Шеф-повар может быть в садиках. Он готовит разную еду. Потому что Он делает самую сладкую еду в мире. Он может учить людей, как готовить. Я знаю, он есть в ресторане и в едальне. Не всех с кресел. Не только с кресел, а в ресторане, даже в кухне. Ну, если заказывать какой-то заказ, то он готовит. Это то, что люди заказали. Я думаю, что у него есть такая машинка тоже. Дає готувати. Он работает в ресторане, и люди заказывают, что есть в меню. И он это делает. Приносит людям. И так он зарабатывает деньги. А это все знают. Там нужно готовить, что обожают люди. И потом приносят, потом и мы тарелки после них. Это в музеях проводят экскурсию и показывают, где что. Там говорили, что там есть, и там даже есть такая картинка, то, что она все показывает. Если стрибнуть, то она показывает стрибнуть, но это все будет, но это все раньше. Это такая людина, которая проводит экскурсии. По самолетам, по больницам, по стоянным службы. И он рассказывает, что надо делать, что не любят, что было стоит назад. Это уже все знают. Там, как сказать, проводишь какую-то экскурсию на музеях, по домам, и там еще. Везде, везде, везде. Еще в полиции, потом еще в пожарниках, потом в самолете, потом еще. И так ты зарабатываешь деньги.